Сегодня мир переживает глобальный кризис. Глобальный кризис носит природу совершенно не глобальную. Это кризис западной цивилизации, а точнее кризис западных цивилизационных элит. Выжить западным цивилизационным элитам сегодня можно только за счет установления контроля над глобальными ресурсами. И Россия в этом деле играет ключевую роль. Без установления контроля над Россией, им не установить контроль ни над российскими ресурсами, ни над ресурсами Ближнего Востока. Поэтому драка идет сейчас за Россию. НАТО является военной организацией цивилизационного типа. Это не просто блок. Это военная организация западной цивилизации, решающая задачу установления глобального контроля в интересах западных цивилизационных элит. Поэтому раскрытие технологий, методов, способов, форм, организаций, структур, целей и задач действий НАТО является ключевой задачей, которая сегодня будет решаться вот этим саммитом. Важнейшим инструментом современных, скажем так, силового противостояния являются информационные войны. Более того, сегодня без информационных войн, по сути дела, ни одной войны не начинается горячей. Вот распространение информации о том, что собой представляет блок НАТО, дезавуирование лжи, которая несется с экрана телевизора, раскрытие реального лица этого блока, их реальных целей и задач, является первоочередной задачей сегодня, наверное, для нашего населения. Могу сказать только одно. Мы сможем построить армию, воссоздать достойные спецслужбы. Мы можем воссоздать экономику в одном единственном случае, если наш народ поймет, что его уничтожают планомерно и эффективно вот этими методами. Пока горячей войны против нас не велась, если не считать Чечню. И вот тот сайт, который здесь был представлен, его структура, содержание, это очень важный инструмент, которые позволят просветить наш народ и сориентировать его, объяснить ему, кто истинный враг нашего народа. Не те ли, кто продавливал 99-й закон, кто продавливал базу в Ульяновске, кто создавал условия для развертывания на территории нашей страны законодательно, легитимно, натовских войск.